Самый необычный зоопарк в нашей жизни – это сафари Зу в Гуанчжоу. Неопасными животными, свободно гуляющими без клеток, меня уже не удивить после пражского зоопарка. Но вот зоны с гигантскими тиграми без ограждения я еще не видела. Огромные трехметровые тигры гуляли метрах в 10 от нас, а посетители даже кидали им куски мяса, принесенные с собой. Из прикольного еще мы кормили жирафов, видели впервые в жизни кенгуру, ленивцев, коал. Главное, конечно, зачем едут в китайский зоопарк – это панды. Они оказались намного больше, чем я себе представляла, размером примерно с обычного медведя. А вы, кстати, знали, что все панды в мире принадлежат Китаю? Ну и изюминкой зоопарка стала канатная дорога на всей территории парка, так что мы встречали закат, наблюдая сверху над свободно гуляющими животными. А на выходе нас ждал гигантский, невероятно реалистичный, дышащий паром дракон. Это было незабываемо. Я путешествую по миру и много чего еще могу рассказать. Смотри на моем канале.